Меня зовут Снежана, я живу в Израиле, я рисую примерно около 10 месяцев, раньше никогда не рисовала. Я люблю рисовать все, природу, лица, фантазии и животных. И я очень переживала, когда рисовала этого коня, потому что я его рисовала первый раз. Но теперь у меня такое ощущение, что я могу его обнять. Я очень чувствую его силу, я чувствую его преданность. Я иногда слышу его дыхание. В своем воображении я могу улететь с ним в облака. И я хотела сказать очень большое спасибо Golden Time Talent, что есть такой разнообразный фестиваль, в котором участвует очень много талантливых людей. Меня это очень впечатляет, и мне хочется рисовать все больше и больше. Спасибо.